Два человека найдены мертвыми в одном из частных домов Талдыкоргана. По предварительной версии, они отравились угарным газом. 60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обнаружила родственница. Чтобы попасть в дом, ей пришлось взломать входную дверь. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники ТЧС и полицейские. Известно, что также в доме находились двое детей 13 и 8 лет. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Один из них находится сейчас в реанимации. Ребенок 2013 года рождения находится на аппаратном дыхании, потому что самостоятельно дышать не мог за счет отравления угарным газом. На данный момент все лечебные мероприятия проводятся в полном объеме. Состояние ребенка на данный момент крайне тяжелое, стабильное, с положительной динамикой.